It's even worse than I thought. And I know how to paint a dreary picture. Get out of here. I'll make one hell of a stand. A moment of respite. Gather your strength. Weapons ready, Drang Barati! Baraki are everywhere! Sigmar walks with us! We shall not fail! Зи, дорогие друзья, вас вновь приветствует канал Благородных Серов. Мы сегодня вновь в Вархаммере. И сегодня у нас отсутствует Алекс Игл, к сожалению. Но зато это нам дает возможность мне поиграть за Охотника на Ведьм. Чем я сегодня и займусь. А сегодня с вами сэр Холмс, сэр Валенард и Арандор. И следующая миссия у нас, по-моему, охрана колодцев, да? Да. Да, стражи колодцев, простите. Дополнительные настройки можно сделать какие-то. Но это все фигня. Ну что ж, начинаем. Наверное, мне имеет смысл взять щит на эту миссию. Да, возьми щит, потому что у меня двуручник будет. И у меня есть вот такая великая херня еще. Посмотрим, как она себя покажет в бою. Ну, она вообще чит, потому что она стреляет настолько быстро, насколько ты клацаешь. Вот для мерзавцы вновь за свое, она целит свои маленькие крысьи глазки на колодце неподалеку. Последнее, что нужно, это отравить питьевую воду. Найдите колодцы, охраните их назад. И будем молиться, чтобы мы дожили до следующего дня. И патронов там много в этой штуке. Самая скучная миссия, наверное. Так, да, я бы не сказал. Валенард, принимай командование на себя. Что нам делать? Идем вперед и убиваем всех. Хорошо. Но вообще я предпочту еще если. Мой любимый план. Будешь учитывать. Более... Кстати, вот. Ну, у нас тут все просто. У нас тут имеется две позиции, два колодца. Мы можем, учитывая то, что у нас трое сегодня, мы можем поступить следующим образом. Мы можем, в принципе, два колодца защищать не обязательно. Достаточно защитить один. Вот. Да, кстати, насчет особой атаки у восьмиствольного пистолета. Она в упор, ну или не в упор, как попадешь, в общем, за один выстрел она выносит бронекрысу одну. Если слегка проявить некоторое... Так, здесь народ, здесь хилки. Если проявить некоторое упорство, я бы сказал задротство, то можно умудриться поклацать толпу этой штукой, слегка провернув мышку. Так, кто не берет? Бот не берет, да? Ну, бот там превозмогается. Я взял. Так, страничка в ящике. Война против хаоса. Кстати, если кому нужны боеприпасы на крыше. Пока у нас нет задания защищать... О, так, уже кого-то. Да, там будет. Пока у нас нет задания защищать колодец, то мы можем, в принципе, защищаться где угодно. Не обязательно здесь. А, меня схватили. Все, дали задание. А, ну вот сейчас надо защищать колодец. Но в принципе, как я говорил, мы можем его и не защищать, а можем защищать вот тот вот так. Ну, я думаю, что стоит попробовать сразу. Надо оба защищать сразу, по сути. Ну, один одновременно только один. Так, они уже начинают его закакивать. Один должен находиться возле колодца постоянно и отбрасывать тех, кто к нему подходит. Потому что если они его засрут полностью, то тогда тут вот на всю вот эту вот площадь этого двора появится едва ли облик, будет молоскоцать очень сильно, и оно будет вечно. А если они засрут все колодцы, мы проиграем? Так. Именно так.
Поэтому нужно, только они достают ведро с какахами, нужно сразу их толкать. Ай, блин! Они достали два ведра, налили какаш. А теперь вода, которую пьют наши герои в перерывах между сражениями, приобретает чуть более экзотический вкус, да. С каждой прорвавшимся какахоносцем. Какахоносцы? Ай, бьют! Ну, мне, например, кстати, вот играть на сложном нравится больше всего, потому что за сложные дают большую вероятность получить синюю вещь за меньшее количество усилий. Вот. Пошли сходим за припасами, пока не дали задание. Вот да и вообще подключу. Так, все, я взял. Сейчас могут скомандовать переместиться на другой фронт, поэтому... Будем готовы. Где газ? Вытаскивают? Да, я вижу. Грабель! О, бомба. Идет. Так, колодец. В следующий раз попытайся с ним подраться, когда увидишь хватателя. Здесь, короче, стрелы с ними. Ну, Крубер дает совет, нужно в последний момент стать уткой. Отличный совет. Да, я люблю это очень. Слово и совет. На самом деле, конечно, он на воду пригнуться, но мы это знаем. Любители потраченность. Так, я рекомендую магу занять место на балконе и отстреливать сверху. Ай, налили говна. Да, уже какая-то больше. А где балкон? Вон, над Зальцпаром прямо сейчас. Залезай наверх. Видишь? Блять, я не особо-то балкон. Да. Ну вот, ну так типа балкон. Здесь есть хилка и... Ну пока не трать мой. Нужно просто стараться по мере возможности истреблять их на подходе. Блин, газ, газ. Да. А, ой. И закидывает какахами, так я прерываю. Вот у вас тут много, ты пипец. Короче, я буду колодец сохранять. От него отходить надо не буду. Надо крысу газовую истребить. Готово. О, боже мой. Фух, пришлось бутылку экстренно схавать. Вот, забрал хилку. Ну, ничего страшного. Тры-ты-ты-трым. Ай, схватил. Патроны тут где-нибудь есть? Да, должны быть. Они могут быть вот в таверне. Здание разрушено. Так, пока нет у нас задания защищать что-то определенное. Да, нужно пробраться. Да. Тут ведь тоже нет, да, никаких особых... Гримуаров, фолиантов, да? Нет, гримуаров, не гримуаров, не фолиантов, нет. Хилка и тут есть, если... Ага. О! Блин, я застрял, так, блин, так, колодец. Колодец, колодец. Кололодец. Я могу их слышать, говорит. А могу и не слышать. Уже хотел подкрасться и опустить какаху, обмакнуть колодец.
Я щитом их всех разбросаю, нахрен пошли, уроды! Все, капец, все, пошли на них. Посмотри, сколько их. Ух, они прям со всех щелей лезут реально. И со всех дверей, точнее. Приветчик. Нормально. Так, кто побежит? Огонь, говорит, хороший антисептик. О, всё. Прикрыто. Так, надо бы на крышу. Ах ты, скотина. Надо бы на крышу бы залезть, наверное. Проверить. Нет ли чего. Фу, блин, она воняет. Блин, ничего. Конечно, колодец завоняли, но уже... Не, колодец не завоняли. Стал некоцаемым к этому моменту, как его завоняли. А вот не проще поставить им реально газовика и просто плюнуть газовой бомбой, чем таскать какие-то ведра с какашками. Ах, хорошо. Кого сцапали? Все, бота сцапали. Я даже не заметил. Вожаки тут. Вернее. Мандиры. Я подниму бота. Аккуратно, аккуратно, магу, тебе подкрадывается. Ой-ой-ой. На тебе щитом по морде. Огр? Так, ой, вот он. Да, блин, видим мы огра. Рубите, ублюдка! Так много огня. Хватайте! Ай, тащат, 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 тащат! Блин, у меня патроны тащат. Кончились, как назло. Хорошо. Огр-то еще живой. Отсвечивайте, ублюдка. Нужно от него... Отлично. О. Брут никогда не умрет. Так, мне надо сходить за патронами, прикройте меня. Там, кстати, это лежала аптечка. Блин, как до сюда добраться? Здесь, я до сюда. Я предпочитаю через бочки забраться. Вот смотрите, аптечка. Блин. А, вижу. А, это не аптечка. А где аптечка? Вот аптечка. Ох, спасибо. Заныканная какая аптечка. Так. Её, наверное, лучше вон отдать. О, слева колодец защищать снова надо. Вот это здоровенький, а он уже нет. Вылечить можешь его, нет? Бота? Вова. Вылечи, давай, давай. А, Вова, давай. Сейчас не бегут. Так, давай я вылечу Вова. Вова, я тебя лечу. Катлин. А, да блин! Короче, никого я не буду лечить. Ну блин, надо было быстро.
Ассасин напал! Они как такси. Вставай! А вот теперь кейтер. Ну, лечу. Оп. На крыше был. У меня такой нет. Ух. Все, мы защитили его. Доберитесь до повозки, все. А, уже? Все вот. Да. Нормально. Умер. Ей! Красно, красно, господа. Ну чё дадут, да чё дадут, говорите. Блин, а я никаких заданий не взял. Не было же никаких на этом месте? Нет, не было там. Ну хорошо. Не хватило чуть-чуть до уровня. Он мне совсем мало. Давай, бросай. Ну конечно, в этот раз 4 выбросил кубику. О, в прошлый раз один выбросил. Сейчас. Даже синюю не дали, уроды. Мне дали 2 синих пистолета Азрил Дракар Трандиль. Пистолет Иван Хеля мне дали. Драко. Да, дракогненные пистолеты. Дракогненные? Эдвард. Проклонен, не видел таких еще. Открыто достижение, фон Либенштейн. Надо же, я был больше всех даже. Второй раз магично. Неплохой посходим. Переведены как драконогенные. Ну, там одно О. Вроде. Дракогненные. Бардин Горикс что-то ищет, что же это может быть? А что ищет Бардин у нас? А там что-то связано с наследством, по-моему, эта книга. Так, ну как в всегда. Общем, да, как всегда, так бы продолжать, ну, миссия закончена, поэтому заканчиваем и серию, дорогие зрители, спасибо, что сегодня были с нами, как всегда, сэр Холмс, сэр Валенард, всем пока, и Рандор, пока-пока, ребята.